Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, вы на канале крупнейшего автомобильного ателье компании Купи-салон. Мы в дилерском центре Lexus и сегодня расскажем об автомобиле Lexus LX. Кажется, что можно сделать в современном премиальном автомобиле стоимостью 6 647 тысяч рублей, а в некоторых комплектациях и дороже. Недостаточно ли он премиальный уже с завода? Ну, оказывается, что не для всех людей. Для кого-то достаточно, а кому-то хочется чего-то особенного и индивидуального. Поэтому посмотрим, как видоизменили, как сделали более необычным и особенным салон этого автомобиля в специалисты нашей компании. А перед тем, как продолжить, призываю вас подписываться на наш канал на YouTube, кликайте колокольчик, активнее комментируйте. Нас это стимулирует тому, чтобы снимать больше интересных видеороликов. Залезая в салон этого автомобиля, я делаю это уже не в первый раз. Хочется воскликнуть: о да, детка, этот салон мне по-настоящему нравится. И я вам расскажу, что именно. В чем же конкретно дело? Обычно, когда садишься в крупный внедорожник, все вокруг тебя отделано либо натуральной, либо искусственной кожей, чаще всего черного или какого-то очень темного цвета, темно-коричневый, темно-синий, темно-серый, и это все как бы давит. А формы, привлекательные линии, они куда-то все деваются. В этой машине все наоборот, все перед глазами, на виду. Все так и кричит: посмотри на меня, смотри, как я сделана. Я сижу в этом салоне, здесь шикарная такая рыже-карамельная кожа, очень бархатистая, приятная на ощупь, потому что это натуральная кожа Napa, кожа Audi, и, конечно, она создает вот это вот дополнительное ощущение такого люкса. В этой машине перешито большое количество деталей, их сразу видно, потому что они контрастны. Помимо сидений двух рядов, это, конечно, центральный подлокотник, на дверях это вставки, ручки, дверные подлокотники, это руль, центральная часть руля, подушка, это ложемент джойстика, это ручка КПП кулиса, и, конечно, в значительной степени перешита передняя панель торпеды, ее верхняя часть, вот эти боковые мягкие накладки с этим вот шикарным изгибающимся швом, и, конечно, верхняя часть дверей. Все это выглядит очень здорово и закончено, и думаю, что не последнюю роль здесь играет вот это матовое натуральное дерево, которое, к слову, мы не переделывали. Да, это оригинальная заводская комплектация, но вот в сумме оно смотрится настолько уютно, настолько здорово, что вот даже непонятно, что еще сюда можно добавить. Конечно же, когда мы говорим про такой колоссальный объем работ, то машину хочется еще и как-то видоизменить, сделать ее особенной и с точки зрения дизайна. И сейчас я вам покажу, какие изменения мы провели в сравнении с заводским штатным салоном. Когда мы говорим про дорогие автомобили, то большинство автопроизводителей соревнуются друг с другом в том, насколько премиальный, сложный и декоративно привлекательный вариант они сумели придумать вместе с их дизайнерами. Но почему-то вот на автомобиле Lexus LX они куда-то отвернулись в сторону и этим ничем не занимались. Поэтому занимаемся мы. Что мы здесь делали? Вот обратите внимание, например, на вставку в двери. Она сильно отличается от оригинальной заводской. В чем же отличие? Я думаю, вы уже обратили внимание, помимо того, что здесь есть декоративная строчка в форме ромбиков, мы сделали фигурную перфорацию таким образом, что дырочки тоже формируют ромбики. И в сумме с отстрочкой это, конечно, выглядит очень богато и дорого. Именно так, как, ну, например, в дорогих немецких автомобилях. Конечно же, помимо этого, надо обращать всегда внимание на то, насколько точно, качественно, ровно выполнены декоративные швы, что на коже нет никаких морщинок, а шовчик абсолютно идеальный. Каждый стежочек абсолютно идентичен предыдущему. Это и определяет ту эмоциональную составляющую, которой пользуется в ходе эксплуатации владелец этого автомобиля. Удачный дизайн должен, естественно, присутствовать не на одной конкретной детали, а сквозить во всех элементах салона. И в данном случае вот
те элементы на дверях, которые мы рассмотрели, они имеют продолжение на центральной части сиденья, где мы изменили и рисунок, то есть вот эти конфигурации швов, форма, которая, естественно, отличается от оригинальной заводской, и вот этот декоративный кант, который очень здорово саму форму подчеркивает кресло, они, конечно, делают эту машину более солидной, богатой, спокойной и очень приятный тактильно на ощупь. Друзья, если вы тоже являетесь поклонниками автомобилей Lexus, и если вы хотите ездить в автомобиле с индивидуальной отделкой, теперь вы знаете, куда обратиться. Ну, а этот проект полностью закончен. Машина скоро найдет своего покупателя. Мы будем все там же, на канале компании «Купи салон» на YouTube. И, конечно, в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и на drivetoo.ru. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь и удачи вам. Пока!